Малика, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Вот я принес проект постановления, а вчера отправила его по электронной почте в избирательную комиссию. Светлана Валентиновна, здравствуйте. Я подготовил проект постановления альтернативный. Будьте любезны, распечатайте мне, пожалуйста. Копии сделайте 15 штук. Антон Витальевич, ничего не буду делать, потому что уже без 10. Не будете делать? Я просто физически не смогу. Ага, понятно. Ну, вы обеспечите наличие этого проекта у членов комиссии, да, я надеюсь? То есть как обеспечить? Не знаю, я вчера послал. Вчера выходной, да? Был. Малика, дайте вчера мне выходной был? Да. Ой, накануне, естественно, в рабочий день. Спасибо вам за поддержку. Ну, Светлана Валентиновна, вы мне... Это ваша обязанность так-то? Так я послал-то во вторник. Физически невозможно сделать. Ну, я сейчас сам ведь это сделаю. Что значит невозможно? Или мы проще сделаем? Может быть, Малика, вы с электронной почты возьмете вот это и распечатаете? Подождите, я действительно готовлюсь сейчас. А я тоже готовлюсь к заседанию. У меня альтернативный проект повестки. Светлана Валентиновна, дайте, пожалуйста, поручение распечатать внесенный мной проект. Успокойтесь, Антон Витальевич, без 10:09. Я что, произвожу впечатление неспокойного человека? Да, очень неспокойно. Спокоен, весьма спокоен. Спасибо. В общем, Светлана Валентиновна, прошу вас обеспечить наличие... Прошу вас обеспечить наличие вот данного альтернативного проекта постановления, внесенного мной во вторник, 3 ноября 2015 года, у всех членов комиссии. Не знаю как. Я направил заблаговременно. Да. Я думаю, что 10 достаточно будет. Ну, 15. Я сказал, 10 достаточно. Малика, мне сейчас ваше участие уже не нужно. У вас был шанс. Спасибо вам большое.